Президиум Педагогической палаты Ульяновской области и Общественный совет по вопросам образования 8 сентября провели первое в этом учебном году заседание. Педагоги обсудили планы работы на предстоящий учебный год. Но прежде всего члены педагогической палаты отметили, что нового и ценного появилось в системе как школьного, так и дошкольного образования. Так, за последние годы введены в действующую сеть 45 и построено 10 новых дошкольных учреждений. Создано более 15 тысяч новых мест для детей дошкольного возраста. Действительно, система дошкольного образования претерпела значительные изменения в последнее время. И с именем Сергея Ивановича Морозова связан процесс модернизации системы дошкольного образования в Ульяновской области. Огромное значение уделяется качеству образовательных услуг. За последние 10 лет изменения произошли и в системе общего образования. Что произошло за 10 лет? Решена проблема с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет. Это 100% школ обеспечены современным оборудованием. Практически во всех городских школах заменили окна. Закуплено более 280 школьных автобусов. Это 101 школе организовано дистанционное образование. Более 5000 педагогических работников прошли повышение квалификации и стажировку. Губернатор Сергей Морозов постоянно отмечает, что задача региональной власти – создать условия для раскрытия потенциала человека, чтобы ульяновская молодежь была конкурентоспособна на рынке труда, была образована, здорова и подготовлена. Поэтому образование главное. Сегодня, ставит задачу Сергей Морозов, следует учить технологиям после завтрашнего дня. Те условия, которые созданы в регионе, позволят нашей области выйти в невероятные лидеры педагогического образования. И это все создано благодаря грамотной политике, простроенной внутри региона. По мнению членов Педагогической палаты Ульяновской области и Общественного совета, решать проблемы образования необходимо через взаимопонимание и сотрудничество, диалога и согласованности со всеми, кто заинтересован в развитии образования в регионе. Не только Министерство образования и науки, но и бизнеса, реального сектора экономики, родительской общественности и общества в целом. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.